Привет, начальник. Приглашали? Выйдите и доложите по форме. Можно. Заключенный по фамилии... Все перечислять? Не надо. Осужденный по статьям... Что, все пересчитывать? Не нужно. По вашей просьбе... Приказанию. Явился. Разрешите ароматный. Будете беседовать про труд терапию. Мне совестно Костюков Ваньку валять. Все работают, только вы зря хлеб переводите. А мне эта пайка от министра положена. Опилять лес тебе, себе, начальник. Вы поглядите, как тут деревья растут. Сверху тонко, а снизу толсто. Вот если бы наоборот. Нет, я эту тайгу не сажал. И пилять ее не буду. Сколько суток карцера выпишете? А сколько заслуживаете? Куда собирался бежать Каин? Отвечайте полковнику. Гражданин начальник. Ой, позвольте, так сказать, приветствовать новое лицо в рядах моей милиции. Бежит время, прямо скачет. Это вы верно подметили. Ну так все-таки, куда собирался бежать Каин? Ну говорите, вы не можете не знать. А он мне не докладывался. Вы уже новый, так сказать, а мы все те же. И вы с нами мучаетесь. Алексей Лапин мог убить человека? Нет. А Батый Каин? Мог? Я спрашиваю, мог? Нет.